пожалуйста. А, как тебе не стыдно? Сколько можно занимать ванную? Я на работу опоздаю. Мне очень нужно срочно зубы почистить. Пашан! Открой! Мне очень нужно в туалет! Я больше не могу так! Я больше не могу! Безобразие! Сергей Алексеевич, извините. Ой. Вы знаете, мне осталось буквально 5 минут. Я только голову высушу, и я даже губы не буду красить. Ой, ой, все, что хотите, все. Только мне показалось, что... Нет, это вам показалось. Ванная в полном вашем распоряжении. Очень хорошо, тогда я все успею. И губы накрашу, и макияж сделаю. Прекрасно, и голову высушу. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Антонина Семеновна, откройте! Откройте! Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И как яист уже нас сбежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Сергей Алексеевич, мне так неловко, что вам из-за меня пришлось еще и к теще бежать. Еще ей неудобства доставили. Ну, ужас. Ну, это мне было даже приятно. Присаживайтесь. Спасибо. Ну, а вы что, не садитесь? Я привык завтракать стоя. У нас табуреток больше нету. Ну вот, я все-таки всем мешаю. Да нет, я всех стесняю. Умоляю. Ничего страшного. Пап, можете сюда и взять меня на руки. И вообще, девочки пойдут кто в школу, а кто в садик. В садик сегодня никто не пойдет, его закрыли. Надеюсь, пуговка не из-за тебя? Пап, ты что забыл, в садике карантин? Сидите, заболели гриппом. О, и меня. Это потому что, пуговка, ты кушаешь витаминки. Так, держи. Правильно, а то еще заболеете и в школу не будете ходить. Так, у нас сегодня проблема. Кто будет сидеть с пуговкой? А давайте я. И я могу и ужин приготовить. А вы сможете? Я смогу. Ну да, а что я, картошку не могу сварить? Все, договорились. Ужин сегодня готовят Оксана и Пуговка. Так, девочки, все, быстро в школу, пора. Давайте, давайте. Ну все, 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 давайте, давайте, давайте. Папочка, ты, пожалуйста, только не волнуйся, но наша директриса сегодня вызвала тебя в школу. А что случилось, Жень? Пап, стеклышко было совсем маленьким. Маленьким-маленьким, не как в прошлый раз в спортзале. Жень, может, ну его, твой футбол, занялась бы другим видом спорта, не таким дорогим. Тебе нравится еще что-нибудь? Формула-1. Ладно, футбол так футбол. Значит так, сейчас мы сварим картошку, пожарим мясо и сделаем... овощной салат, да? Класс! Ты хотя бы знаешь, откуда берутся овощи? Конечно, из холодильника. Так, с чего начнем? Ну, я думаю, каждый будет делать то, что лучше всего умеет. Я почищу картошку, а ты иди смотри мультики. Открываем. Ну вот мы и снова встретились. Простите, какое стекло разбила Женя? В шкафу или в окне?
в моих очках. В других. Но это все пустяки. Ну, по сравнению с окном в спортзале. Честно говоря, Сергей Алексеевич, я пригласила вас не как отца, а как врача. Понимаете? Так. Ну, у меня проблема. Здрасте. А у нас здесь урок. Физика. А здесь не будет у вас никакого урока, пока я не закончу, понятно? Понятно. Пап, не торопись. Так вот, моя проблема, она личного характера. Да в конце концов, что это такое? Да-да-да. Она касается моей семейной жизни. Это очень... Это амперметр. Что амперметр? Ну, вы спросили, что это такое? Я узнал. Это амперметр. Выйдите из класса. Вообще-то у нас здесь урок. А у нас здесь совещание. Да. Извините, у меня здесь урок. Как же вы меня все достали? Все до одного. Не будет у вас урока! Смеется, ваш урок! Извините. Так вот, моя проблема, она личного характера. Ура! Дети, вы знаете, будет лучше, если вы придете ко мне на прием. Да? Да, когда вам будет удобно. Так. Может, даже через неделю... А лучше всего через месяц. Договорились. Сегодня после обеда. Ну, вроде все. Что, мультик уже закончился? Уже пятый. Оксана, а можно я лучше посмотрю, как ты чистишь картошку? Это смешнее. Ну, кажется, хватит. А знаешь, Пуговка, ведь когда-то я чистила картошку так же хорошо, как и ты. Это я еще не старалась. Какая же ты ловкая. А еще умная, красивая. Как же мне такой стать? Нужно правильно питаться, вовремя ложиться спать. И кушать витаминки пиковид. Это мне так папа говорит. А еще нужно слушаться папу. Ой. Ну что, пойдем мусор выносить? Пойдем. Пойдем. Давно я мусор не выносила. Ну, а кто у вас обычно выбрасывает мусор? Даша у Маши, а Маша у Даши. Ой. Ой. Ничего страшного. Ключи есть у бабушки. Звони. Мне как-то неудобно. Это мне неудобно. Ладно. Здравствуйте. Оксана теперь живет у нас. Мы валим картошку, а у нас дверь захлопнулась. Так, значит, Оксана, меня в вашем возрасте уже назвали Антониной Семеновной. Где работаете? Нигде. Я так поняла, потому что все приличные люди в это время находятся на работе, а не на чужих лестничных площадках с чужим мусорным ведром. А я скоро устроюсь на работу. Ну, судя по всему, вы уже устроились. Кстати, какое у вас образование? Высшее, более или менее. Скажите, вот мы с вами две умные женщины, я более, вы менее. Вот как умная женщина может попасть в такое глупое положение? Может. Так. Но ведь у вас же
есть запасные ключи, правда? Есть. Они там. Ой, доктор, я очень нервничаю. Я вижу. Понимаете, доктор, это сугубо внутрисемейная проблема. Она касается только меня и моего мужа. И еще одного мужчины. Но он преподаватель физкультуры, и у нас с ним неформальные отношения. Да? Да. И сколько вы уже с ним неформально встречаетесь? 2/4. 2 волшебных четверти. А муж? Он ничего не подозревает. Он учитель информатики и все новости узнает только через интернет. А там еще про нас с физкультурником мы ничего не писали. Простите, и что вы хотите? Узнать, кто из них двоих вас любит сильнее? Ну, это я знаю. Сильнее физкультурник. Я хотела бы знать, кто действительно меня любит. Ну, знаете, для этого мне нужно узнать о них побольше. Расскажите, пожалуйста. А зачем рассказывать? Они здесь. Как здесь? Оба? Сергей Алексеевич, у нас никогда не было столько клиентов. Что делать? Кофе. Всем? Только мне. Слава тебе, Господи. Почему их так много? Вы что, мне не все рассказали? Почему там женщины? Ну, я привела весь педагогический коллектив. Зачем? А, чтобы они были в курсе? Нет. Я им сказала, что в рамках нацпроекта образования все учителя обязательно должны пройти тестирование у семейного психотерапевта. Я эти вещи легко придумываю. То есть вместо одного бесплатного клиента у меня сегодня будет 15? Нет, ну что, вы должны принять только 2, а всем остальным сказать, прием окончен, и отправить домой. Ну это же учителя. Они все стерпят. Я это только не понял, а чью дверь-то ломать? Только не нашу. С каких пор она стала вашей? Это из-за вас мы попали в эту глупую ситуацию. Я свою дверь ломать не дам. А как вы думаете, какую дверь лучше ломать? А по мне лучше обе. В 2 раза больше заработаю. Остроумно. А мы лучше ребенка спросим. Пуговка, тебе куда хочется больше? Домой или к моим злым паукам? Домой. Ломайте. Можно? Проходите. Здравствуйте. Садитесь, садитесь. Ну, рассказывайте, какие у вас отношения складываются с людьми, с коллегами, с директором школы? А что? Ну, я по глазам вижу, что у вас на работе с кем-то роман. Ух ты! Как это у вас получается? Ну, я профессионал. Слушай, ну, правда, да, нравится мне там одна. Она, правда, мне немного старше. Ну, короче, училка пения. Слушай, а ты можешь вот так вот по глазам определить, включил меня дед в завещание или нет? Подождите, а какие у вас отношения с директором? Да какие? Ну, обычные, лишь бы с работы не уволят. Слушай, а ты можешь вот так по глазам определить, как ко мне училка пения относится? Она здесь. Не-не, я занят и вообще... Ну, я тебя очень прошу, а? А я помогу твоей Даше решить проблему с физкультурой. А что, у нее есть проблемы? Не знаю, я с ней мало знаком. Она у меня... На уроке только 1 раз появлялась, и то в качестве фамилии в журнале. Ну так как? По рукам? Не, конечно, конечно, очень рад был познакомиться. Да, слушай, если с певичкой не получится, можно с географичкой, она тоже ничего. Ну, мне все понятно.
вас 300 рублей. Что? 300 рублей, говорю. 300 рублей? За... Миллион не хочешь? Давай. Ты кто такой? А ты кто такая? Ты что на себя понавесил? А вы что на себя понавесили? Курчатов вонючий. А ты что на себя ученого изображать? А вы, посмотрите, телескопы наделали. Да, я Нобелевскую премию зарабатываю. С Нобелевской вы премии? Какие тараканы? Халтура, наглец. Какой наглец? Я что, хам! Фу ты! Это такая наглость, это такая халтура. Что это? Что это? Здесь всегда висели мои ключи. А я их вчера тебе отнесла. Зачем? Они ж твои. Юноша! Кулибин! Гений, подождите! Ответ! Почему дымом пахнет? Кастрюля! Неважно то, что моя жена директор, а я всего лишь учитель информатики. Это неважно. Она мой начальник. И меня даже это ничуть не унижает. Меня унижает другое. То, что самая высокая заработная плата в школе у физкультурника. За какие такие заслуги? За какие? Понятия не имею. Это все, что вас беспокоит? Нет, доктор, еще. Только между нами. Дело в том, что мне не безразлична учительница по физике. Я ей тоже. Дело в том, что прошлый Новый год она меня поцеловала целых 2 раза на глазах у трудовика. Но это же не просто так. Не просто так, доктор. Вы не можете узнать. Дело в том, что у вашей Жени проблемы с информатикой. Когда он впервые зашел в мой кабинет физики, словно разряд в сотни килоампер поразил меня. Я решила действовать. На прошлый Новый год я специально при нем целовалась с информатиком. А он даже не отреагировал. Бессердечный строгатель табуреток. Доктор, вы должны мне помочь. Тем более у вашей Маши в этой четверти спорная оценка между 5 и 2. То есть вы неравнодушны к учительнице литературы? Да, доктор. Поговорите с ней. А я вашим дочкам... Подождите. Вы же ведете труд только у мальчиков. Зато... я могу попросить учительницу биологии. Знаете, меня совершенно не интересует мужчина, кроме вас, Сергей Алексеевич, по-прежнему. Спасибо, Людмила Михайловна. Можете идти. Привет. Ничего себе. У меня у пациентов зубов меньше, чем у тебя людей приемные. А что это? Это школа, в которой учатся мои дочки. Этому нравится это, а это замужем за этим. А это, ой. Ну я понял. Вот. Интересно, чему они могут научить моих детей? Как чему, Серега? Жизни. Не хотела бы я оказаться в этой школе после банкета на День учителя. А, кстати, какой номер у твоей школы? 69. И чему ты удивляешься? Ну и на основании всего этого, именно так я вижу обстановку в вашей школе. Не знаю, поможет ли это вам... если вы вообще поняли, что это такое. Спасибо, Сергей Алексеевич. Но, увы, ничего нового. Вы мне не рассказали. Все это соответствует моему видению
педагогической ситуации в школе. А... Единственное, вот про это я ничего не знаю. Это сокращение. Mm. Именно так я сократил слово история. История. Mm-hmm. Учительница литературы не безразлична к... Почему не было преподавателя истории? Она в декретном отпуске. Так, девчонки, ешьте быстрее, в школу опоздаете. Пап, ты на меня обиделся? За что? Ну, ты еще вчера сходил в школу, а меня до сих пор не ругал. Ничего страшного, девчонки у меня такие хорошие. Точно обиделся. Если какие-то проблемы в школе, обращайтесь, я договорюсь. И с информатикой? С информатикой? Совсем! Кроме истории. Почему? Историчка в декретном отпуске. А можно еще чаю? Чаю? Давайте я еще заварю. Нет! Заварить и пуговка сможет. Оксан, вы лучше мне помогите. Да, давайте. Помогите мне скрепить документы. Так, скрепить. Как же их скрепить? Фу. Надеюсь, сегодня обойдемся без происшествий. Да.